своих коллекциях Миха и Катерина делает ставку на три составляющих основных. Это крой, цвет и фасон. Всегда мы хотим, чтобы наши изделия были удобными, комфортными. Это прежде всего. На фасон и силуэт наши конструктора всегда обращали пристальное внимание, и изделия сидят очень комфортно, за это мы отвечаем. Мы стараемся использовать те лекала, которые удобны в носке, которые, может быть, даже своим гиперобъемом делают женщину хрупкой. Конечно, нам хочется показать то, что мы можем. А тем более, плюс сейчас это модно, и ручной труд, он никогда не выходил из моды и всегда пользовался спросом. Мы не боимся экспериментировать еще и потому, что наш покупатель нас поддержал. Когда мы делаем красочные инкрустации, когда мы украшаем шубу, может быть, какими-то мотивами русскими народными, снегири, синички, это может быть все что угодно, всегда люди этому радуются и с удовольствием покупают именно такую вещь.
faces on our face. It's not mine that greets her.